Ну что, всем доброго вечера. Сегодня я вот решил постримить на расслабоне, то что... Мне самому хочется постримить. Возможно, это будет единственный стрим. Возможно, я буду стримить Зельду по ночам иногда, в субботу. Посмотрим. Скажите, что у нас со звуком? Слышно игру, нормально, меня. Нужно что-нибудь исправить. Пока мы не приступили. Так, у себя я сделаю потише. Как вы можете видеть, это русская версия, которой лицензии нет в природе. Имя лошади даже можно задать. Смотрите, как здорово. Можно поиграть в режиме героя, в принципе. Можно не играть. Давайте в обычном все-таки. Разницы там на самом деле особо нету сильно. Не знаю, зачитывать мне текст или вы так сами будете читать. Скажи мне, ты не испытываешь странное чувство тоски на закате? Нормальная сцена такая с самого начала. Сидят два мужика. Говорят, только в это время наш мир пересекается с их миром. Только на закате мы можем ощущать протяжные стоны душ, покинувших наш мир. Наверное, поэтому в преддверии сумерек бывает так одиноко. Но довольно грустно. Может, поможешь мне с одним дельцем, Линк? Послезавтра я должен доставить подарок для королевской семьи Хайрула. Это просьба нашего старосты, но не мог бы ты подменить меня в этом деле? Ты ведь никогда раньше не бывал за пределами нашей деревни. В королевстве Хирул есть большой замок, вокруг которого раскинулся Хирул Таун. Город намного крупнее нашей деревушки. Крупнее Хирула только мир, сотворенный богами. Он безграничен. Тебе нужно увидеть все это своими глазами. Это, между прочим, свипа HD Remaster, и эта игра тоже вышла лет 10 назад, если не больше. Уже поздно, пора возвращаться в деревню. Я поговорю со старостой насчет тебя. Ну и графон тут намного лучше, кстати, линейки. Я в линейку играл, там говно графон. Тут хотя бы дизайн завезли.
Лошадь, да. Как же без лошадки в Зельде? Кстати, именно в Ocarina of Time появилась лошадь, по-моему. Насколько мне помнится. Эй, Линк, ты дома? Ты обещал помочь мне со стадом коз. Они совсем меня не слушаются. Будем коз учить жизни. Вот он, типичный фермер. Эй, а где Япона? Лошадь увели, цыгане. Так, ну вот, мы уже можем поиграть. Ну же, поторопись и приведи с собой Япону. Так, что, побежали за лошадью. Как там стримец-то идет нормально? Изображение норм. Линк пошел, сразу в какую-то нору полез. Эльф он. Ты не видишь, разве у него уши острые? Я проходил часть этой игры. Вот. Я буду играть не First Run'ом. Я, если буду продолжать стрим, буду проходить заранее куски. Потому что Зельду бессмысленно, мне кажется, стримить First Run'ом. Это будет уныло. Привет, Линк. Я выкупала Япону. Выкупала. Вот смотри, Свип, острые уши у эльфа. Все как положено. Битрейт, ну битрейт стоит 3500 максимальный. Просто баба, что? Он изрядно потрудился, думаю, она заслужила отдых. Кстати, Линк, могу я тебя кое о чем попросить? Не могу ты взять стебель травы и сыграть для меня ту мелодию, которая нравится, так нравится Японии? Так, где у нас стебель? Давайте сыграем, раз просит. Вот таким образом можно в разных частях мира подзывать лошадь. Говорим. Какая чудесная песня. Японе понравилось. Ну что ж, Япона выглядит ухоженной. Можешь ее забирать. Только обходи с ней ласково, хорошо. Япона, мать! Так, так, погнали. Кстати, на самом деле, по сюжету всех Зельд, насколько я помню, этот, ну, Линк, он находится в деревне среди вот жителей Кокарико, но он как бы является единственным, что ли, своей расы, то есть каким-то вот избранным, по-моему, так. Так, нам сюда. Я запутался немного. Управление лошадью, конечно, тут оставляет желать лучшего немного. Эй, предлагал лошадь назвать шашечкой. Какой еще шашечкой? Вот и деревушка, в которой, собственно, наш герой вырос. Нам надо на ранчо. Так,
Так, я что-то не понял, а тут в обычном режиме, режим героя, что ли, она подзеркалена по-разному? Потому что я точно помню, что когда я последний играл, справа было одно, слева другое. Это жесть. Я уже привык к другому раскладу. Привет, Нафани. Это известная серия довольно. Zelda Twilight Princess, конкретно эта игра. Принцесса Сумерек. Извини, что заставил тебя спешить, Линк. Мои козы стали ужасно норовистыми в последнее время. Совсем меня не слушают. Не мог бы ты с Японой загнать их всех хлеб, да побыстрее? А с мало времени, так ты сможешь мне помочь? Ну, тут немножко придется сделать всяких телодвижений в деревне, и потом уже начнется более-менее мешончик. А ну... Придется загонять их. Не очень-то они похожи на коз. Мне кажется. Ладно, будем вот зеркаленную играть. Не знал я об этой особенности. Ну, это довольно старая серия, на самом деле. Первые игры были еще на D&D, между прочим. Управление лошадью тут. Любители. А ну, стоило. Смотрите! Коза меня может боднуть сейчас, кстати. Ах ты, сука! Нельзя на нее кричать много. Козу нельзя ругать. Сильно. Вот ты тварь какая. Я тебе дам. Тварюги. А вот стоило. Каждому свое. Так. Готово. Управление лошадью тут просто упоротейшее, на самом деле, но его просто не меняли в ремастере. Благодарствую, ребятки, что бы я без вас делал. Дальше я и сам управлюсь. Надо тут все закрыть до завтра, а то может передох... А ты, может, передохнешь, приятель? Может, и передохнул. А может, потренируешься в скачках с препятствиями? Так отдохнуть или потренироваться? Ты уж, мужик, определись. Нет, я не буду тут прыгать, я просто... О, я просто свалю. Кстати, какого-то хрена у меня вибрация еще включилась. Ай, нехорошо. Так, сейчас, одну минуту. Хотите сохранить? Хочу. Вкратце нам расскажи, почему игру Зельды назвали героя Линком. Ну, потому что героя в каждой игре зовут Линк, и спасает он принцессу Зельду. Линк просыпается уже давно утром. Смотрите, мелочь подошла. Детишки. Ну что ж, так спускайся. Я тебе сказал. Нечего. Не балуй, дядя.
Вначале небольшое обучение. Идет. Эвелин, представляешь, они там у себя в барахолке продают рогатку. Рогатку! Интересно, далеко ли она стреляет? Я должен опробовать ее в деле. Талла, если вы с Мало так сильно хотите рогатку, просто купите ее в лавке моих родителей. Я что, похож на того, у кого много рупий? Рупий? Мне это не по карману. Может, Бет, одолжи нам ее на денек. Очень хочется пострелять. Вот она, малолетняя шпана. Ты же знаешь, что мне не позволят. Я уже... Если уж так не имется, откладывайте карманные деньги на эту покупку. В общем, нету пацанов денег. Так, ну тут вроде... Привет, Линк. Я, в общем, я доделал удочку. Блин, я думал, это тетка, почему доделал? Антох, ну, это бывает. Это бывает. Я думал, это будет первое, что я вручу тебе сегодня утром, но... Наверное, это ошибка перевода все-таки, потому что это не похоже на парня это. Папа сказал, погоди, пока Линк сам за ней не придет, но я и оставил ее дома. Отца сегодня нет дома, так что спроси насчет удочки у моей мамы. Кажется, она сейчас где-то у реки. Ну что, пойдемте в деревню. Сходим, раз такие дела. Удочка-то пригодится, знаете ли, в мире в диком, где на каждом углу подстерегают опасности. Удочка может быть очень полезна. Заодно поговорим со всеми. Доброе утро, Линк. Сегодня у тебя выходной, милок. Везло, а мне жёнушка совсем житья не дает. Сегодня в лавке обновление товаров. Гляди, видишь там на дереве, чтобы смотреться по сторонам, используй то и все. Наши ордонские пчелы соорудили себе улья. Я вот думаю, как бы сбросить его на землю. Наш кот вчера не вернулся домой, поэтому моя жена просто в утратительном настроении. Надо бы ее как-то задобрить. Ой, вот они, деревенские жители. Нам нужна удочка, прежде всего, так что... Ах, Линк, доброе утро. Ты пришел за удочкой, которую сделал Колин. Мне очень жаль, но для начала выслушай меня, пожалуйста. Не видел ли ты здесь неподалеку колыбель, плывущую по воде? Это детская колыбелька, сплетенная из древесной коры. Ах, какая досада, далеко ли отнесло течением. Так, ну где-то она тут плавает. Я немножко непривычно мне то, что отзеркалено все тут. Где-то она должна тут быть. Сейчас найдем. Не думал я, что... Что тут меняется что-то? Кошка. А, ее украли, по-моему, обезьяны. Мобильку вроде как. Сейчас мы с обезьянами разберемся. Эвелин, я здесь наверху, хочешь поговорить? Сам нажми. Это все. Кстати, вот эта игра на Wii идет в 1080p, но я стримил в 720, потому что у меня карта захвата не держит более высокое разрешение. Хм.
Гляди-ка, вон там, смотри, ты знаешь Сиру, хозяйку нашей барахолки? Не или это ненаглядный кот? Ветвен Орлин сидит себе прямо за моим домом и глаз с пруда не спускает. Может, он надеется, что сможет поймать рыбку? Коты ведь не умеют ловить рыбу. Что-то я отвлекся. Я хотел поговорить с тобой совсем о другом, показать тебе кое-что. Видишь траву, что растет на краю скалы? Ты ведь, кажется, умеешь свистеть на всяких стебельках. Я немного удивился, увидев ее растущей в таком необычном месте, и решил тебе ее показать. Думаю, ты с легкостью сможешь перепрыгнуть со скалы на скалу, нажимая вперед. Конечно, смогу. Так, ну. Давайте. Посвистим. Собрался в интернет, да как бы вроде не так-то и далеко. Вот, смотрите, там обезьяна. И тут, видите, соколик прилетел. Так. Вон, можно увидеть, что обезьяна держит эту колыбель. Вот и все. Колыбель наша. Обезьяна осталась с носом. Мальчик, не хочешь посвистеть на моем стебельке? Я тебе конфетку дам. Лягушки виноваты. Ах, Линка, это она. Спасибо. Как тебе удалось ее отыскать? Ой, совсем забыла. Мне нужно тебе кое-что отдать. Не могу ты помочь донести колыбель и пройти со мной до дома? Пойдем. Понесем. Понесем колыбельку. Что же она так медленно-то ходит? У меня дел много впереди. Мир спасать надо, принцесс всяких там. Большое спасибо, Линк. Да, чуть не забыла. Вот, возьми это. Ну что ж, вот, держи. Удочка! Удочка! С поплавком. Просто красота. Так, ну чё, у нас удочка есть. Теперь нам надо поймать рыбу для кошки и... И всё будет тип-топ. Так, значит, назначаем удочку. Давайте попробуем. Ловись. Рыбка большая, велика. Так, а как? Что-то я не помню, как ее ловить-то. Ну, сейчас карась клюнет. Стопудняк. Клюет, клюет, родная! Лещ, лещ клюнул сто пудов. Ох! Ты поймал карася! 11 дюймов! Ни хрена себе повсюду встречается. Да пошли вы. Смотрите, кошка наглая. Рыбу своровала. Вот сука. Да уж.
вроде оно. Сюда она вроде убежала. Или нет? Смотрите на это, как какие-то куклы Вуду сидят на полке. Нормальные. Лёлик и Болик мотива. Нет, это не то местечко, я попутал. Не тот дом. Не в ту хату зашел. Так, где у нас кошка? А вот этот домик. Олень, заходи, гляди-ка, ну разве мой котик не очарователен? Конечно, сожрал рыбу чужую. Сегодня он самостоятельно поймал рыбу. Как же это ему удалось? Наверное, он кошачий гений. Ох, взгляни-ка, как мило он лакает молочко, очаровашка. А ты не хотел бы немного молока? У меня отличное настроение, так что сегодня за счет заведения. Первая доза бесплатна. Вот, я получил молоко в банке. Но здесь всего полбанки. Короче, можно выпить молоко, и оно восстановит ХП. Если что. Миссис Клюдия бухая. Ох, да. Так, и теперь чё? Чё? А, блин, мне же... Так, сколько у меня денег? Мне нужно купить рогатку, по-моему. Для этого мне нужно денег нафармить. Это вот такой немножко нудноватый момент. Будем... Хотя, как сказать, нудноватый. Так. Где там у нас пчелы эти? А, пчел можно рогатку купить. Я забыл. Так, будем искать средства... Помнится, мне вот здесь деньги есть. Да, Антон, чё? Мне собаки нравятся, мне кошки вообще не очень нравятся, если честно. Так, вот один. Один есть, второй. Второй очень интересным образом берется. Короче, мне нужно купить рогатку в магазине, чтобы продолжить. Деньги прячут зарытые в огороде наши люди. Кстати, тут вот система прицеливания с помощью гироскопа есть. То есть можно так направлять, можно с помощью гироскопа. И тут мне нужно... Тут мне нужно взять курицу. Вот, взять ее в руки и... И с помощью нее перепрыгнуть, вот, перелететь, точнее, вот сюда. И взять рупий. Вот такой вот прикол. Итого мне осталось всего 10 штуков. Пойти. Так. Эй, это я сажал! Да мне пофиг, я деревенская шпана. Давай вырастет тыква, не переживай, мужик. Тыквы больше, тыквы меньше. И злые в этой деревне люди. Убивать при помощи этой курицы? Нет, по-моему. Но тут есть прикол такой, в том числе в этой игре, если курицу долго бить мечом, да? То на тебя начнут лететь кучи кур, и тебя заклюют. Это вот в Ocarina of Time появилось. Так, мы набрали 40 рупий. И можем купить рогатку. Не волнуйся, дорогуша. Пустую банку можешь оставить себе. Ну, спасибо. Можешь использовать ее для чего-нибудь еще и хранить неразные полезные вещицы. Я уверен, ты не будешь разбрасываться вещами, а то детишки в наше время швыряют их где попало, как будто весь мир — это большая мусорная куча.
Ну, в чем-то миссис Клиудия права, действительно. Так что скажешь, юноша, тебе что-нибудь нужно, если тебя интересует? Да, мне нужна. Смотрите, можно купить 10 личинок пчел, молочка. А, даже 30 рупий, я больше набрал. Да, возьмем рогачек. А не староват ли ты для рогатки, молодой человек? Это детская забава, так что давай иногда и детишкам из нее пострелять. Это мне так намекают, типа. Куда мне с рогаткой надо идти? Любимая забава детворы — рогаточка. Она рассчитана 50 зарядов. Ох, красота! Теперь можно идти. Так, и давайте будем периодически сохраняться на всякий случай. Мало ли чё. Так. Сейчас, минуту. Так. Эту банку можешь оставить себе. Мне бы так пиво продавало, сука. Да вообще. Так, так, так. С этим чуваком, кстати, мне нужно поговорить или нет? Надо проверить. Это типа староста, по-моему, деревни. Послушай, Линк, похоже на то, что Фада у себя на ранче неплохо справляется и сам. Хотя, когда он там один у себя наверху, вечно у него что-то не то случается. Кошмар! Коза сбежала! Она несется в деревню! Так, 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 так! Блин, не получилось с первого раза. Кошмар, наш ценнейший рогатый скот. Вот поэтому я всегда и нервничаю, доверяя раньше одному Фада. Так, ладно, сейчас еще разок ее. Смири, мне дадут еще одну попытку. О, боги, еще одна коза. Ловите козу. Так, так, так. А ну, стоять. О, бросок. Коза повержена. Опять этот Фада. Эти козы стали такие непослушные. Всегда нужно быть начеку. Спасибо, Линк. Благодаря тебе эта коза не убежала слишком далеко. Ох уж этот Фада. Он у меня доиграется. Буду вычитать стоимость каждой сбежавшей козы из его жалования. Блин, добрая деревня. Я бы хотел здесь жить. Нет, пока тут все хорошо. Пока. Скоро все изменится. Можно тут сбить улей, кстати, рогаткой. Вот, и набрать из него личинок там на ловлю рыбы, например. Я пока делать это не буду, потому что у меня банка не пустая. Сейчас мне тренировку дадут. Управление с рогаткой. Привет, Линк, я тебе кое-что принес. Посмотри в комнате. Я вижу, ты заполучил удочку. Колин будет доволен. А ведь неплохая вышла удочка. Ну, мне пора идти. Так, сейчас, наверное, дети. Ух ты, у Линка есть рогатка. Где ты раздобыл у нее столько денег, Линк? Ну как где? Отжал. Я же деревенская шпана. И вот тут мне предлагают пройти тренировку с рогаткой. Есть такая особенность в серии Зельда, что тут много обучения вначале идет. Так, все готово. Вот это здорово. Давайте посмотрим, на что способна эта рогатка. Стреляй по мишеням и по этим двум пугалам. Не могу поверить, что вы двое так себя ведете. Теперь видно, что вы еще и долго не повзрослеете. Эти двое ненормальных просто бредят рогаткой, поэтому тебе лучше показать им ее, Линк. Ну, тут все просто. Берем рогаточку, ставим ее на слот. Хватит меня парить. Я мастер
курсы по применению рогаток. Так. Настоящая шпана почти не промахивается. Вот это да! Спасибо, Линк. Линк, ты просто великолепен. Кстати, тебе там отец Колина кое-что принес. Как? Ты уже знаешь? Ну да, конечно же, знаешь. Что это за вещица? Я настаиваю, чтобы ты сказал. Пойдемте посмотрим. А, тут еще у нас паучок. Паучка пришлось убить. Нормально, мне не просто какую-то вещицу принесли, мне взяли и притаранили сундук огромный. Дом. Интересный способ транспортировки предметов. Ты получил деревянный меч. Рассел брал его, чтобы заточить. Орудовать им несложно. Ну хотя бы деревянный меч, хоть что-то. На том спасибо. Ничего себе, да это же деревянный меч. Я серьезно, недавно в деревню повадились лесные обезьяны и делают нам всякие пакости. Мы хотим проучить их. Да, деревянный. Линк, научи нас нескольким ударом, пожалуйста. Не знаю, можно ли тут пропускать тренировку, нажимая нет. Сейчас мне придется чуть-чуть помахать мечом еще. Простой удар. Так, ну простой так простой. Ух ты, горизонтальный удар. Это ведь был именно он. А как насчет вертикального удара? Так. Ох, я хочу посмотреть на другой удар, Линк. Да, вот этот, когда ты жмешь вперед. Время прицеливания, нажимаешь Б. Так, колющий удар. Вот вам колющий. Вот это да, высший класс. Чего не стеклянный? А что, делают же эти чуваки с оргстекла, мечисти, которые играют, типа, в игры исторические. На самом деле, мне потом меч нормальный дадут. Это так, поначалу. Ну что ж, а как насчет того, чтобы теперь показать нам вот это... Такое закрученное, обожаю его. Как же это называется? Круговая атака мечом? Покажи нам еще атаку в прыжке, прежде чем ты уйдешь. Ну, знаешь, когда ты кричишь «Кия!» и прыгаешь на цель. Давайте покажу вам, детишки. Ха-ха, шпана охренела. Пока 47 нормальный меч. Спасибо, Линк. Я, кажется, понял, вроде бы, или не очень. Это значит, что если покажется хоть одна из этих обезьян... Эй! А вот обезьяна! Из лесов Бразилии, где так много диких обезьян. А ну, стой! Даже дети из утиных историй. Покажите, кто делал этих детей. Так. А ну-ка. Пройдем за обезьянами. Талые мало помчались, как сумасшедшие за этой обезьяной. А мне здесь неплохо. Ах ты, тварь. Детей кинуть решила. Они ушли по мосту. Можешь их поискать, Линк.
Мне втащи обезью. Коня пока не выдают. По-моему. Придется разруливать тему с обезьянами. Куда же они помчались? Дети. А, да, ну... Коня, к счастью, можем прям тут призвать, не надо идти за ним обратно. Я что-то думал, что не надо его брать пока. Вот он прибежал. GPS-конь. Ну, чувачок, ты кто такой вообще? Ты чьих будешь? Ух ты, привет, парень из Ордона. Послушай, с твоей стороны довольно легкомысленно разгуливать по лесу без лампы. Вот даже днем довольно-таки опасно. Здесь в округе полно темных и сырых пещер, в которые даже средь бела дня темно, хоть и глаз выколи. Вот, возьми-ка это, приятель. Я получил лампу. Темные места без нее лучше не соваться. Ну что, с лампой-то поинтересней будет. Молодой Боб Марли. Да, на нем птички уже свили вон гнездо. На его морде. Горящей лампой можно зажечь что-нибудь. Без масла лампа бесполезна. Заправляю ее почаще. В общем, лампа имеет заряд еще. Я торгую тут маслом для ламп. Ну, все понятно, дал лампу, чтобы я у нее масло покупал. А чтобы поднять продажи масла, лампы я раздаю даром, сука, вот сука. Это тонкая тактика ведения дел, дружище. Да. Видишь ли, если в твоей лампе достаточно масла, ты сможешь осветить себе путь или подождешь поджечь что-нибудь. Попробуй, зажги огонь под этим большим котлом. Он убитый сидит, он не только убитый сидит, он еще... Масло впаривает, гад. Так. Так, сейчас подожжем. Так, берем лампу. О! Вот так, зажег огонь, молодец. Можешь пользоваться лампой столько, сколько захочешь. А если в ней закончится масло, загляни ко мне. Я с удовольствием ее заправлю. Делец, вот гад, а. Так, лампу, кстати, надо убирать, иначе она светит. Видите, можете увидеть лампу, у нее такая желтенькая шкала. Вот, это индикатор масла. Вот, и мы можем взять, вылить молоко это, выпить его сейчас. Вот, сейчас я это сделаю. И взять масло отсюда. Так. Набрал банку похлебки, она сварена специально по рецепту Кора. Блин, какая похлебка? Ты что, голоден? Если хочешь попробовать мою похлебку, бери сколько душа влезет. Да мне масло нужно, мужик! Но я не знаю, придется ли она тебе по вкусу, так что если с тобой что-то случится, я не виноват! Так, ну давайте выпьем похлебки. Посмотрим. Не, вроде ничего пока. Маслица-то сколько стоит, мужик? А, 20 рупий, а у меня 10. Другой раз. Ну ладно. Я думаю, мне пока хватит, наверное. Здесь, главное, говорит, неподалеку темная пещера. Так что тебе точно пригодится лампа. Вот гад, а? Привет еще раз, любитель. Ну что, пойдемте, лошадь мне пока не нужна.
по-моему. Так, пещера где она? А, вот. Так. Тут у нас уже враги появляются первые. Да это же игрушечный меч Тало. Значит, я иду по верному пути. Тут можно вот зажигать огонь в пещерах, чтобы было не так темно. И не только. Так, сможем паутину сжечь. Кстати, лампу можно вешать на пояс. Какая-то крыса сидела тут. Тут у нас что? Дальняя еду. Так, сюда проход и туда. Давайте сначала туда сходим, посмотрим, что там. Привет, свет 51. Так. А, ну тут просто сундучок. Ну, возьмем сундук. Нашел 10 рупий. Ну, 10 рублей-то лишними не бывают, тем более в наше кризисное время. Поэтому я не зря сюда пришел. Идем далее. Так, что тут у нас? Какие-то болота были тут. Гоблины встречаются. Бабло-ло. Птички всякие. И вот сюда. И рогаточки в них стрелять тоже. А, мне ну... Понятно, мне нужно... Мне нужно выбить ключ. Вроде бы. You shall not pass. Я не пройду без ключа. Где-то... Где-то тут он находится. У одного из гоблинов. Так, стоп, а я отсюда пришел? Или нет, это что вообще на место? Может, не сюда? Сундук какой-то вижу. Давайте проверим. Воблин, да. Воблин. Кстати, они тут в игре называются моблины, по-моему, в Зельде. Воблины эти. Может быть, это у этого ключ? Или ключ? Так, так, так. Камера не тупи. Тут двойной секрет, то есть тут сундук лежит, еще если зажечь два факела, появляется еще один сундук.
Я нашел часть сердца. Это такой апгрейд. Когда находишь 5, у тебя на одно хп становится больше. Тут у нас должен быть ключ. А, вот он. Отлично. А теперь можно идти по делам дальше. Перекатывайся и не умирай. Вот она. Тактика даже тут работает. Так. Еще один торгаш, птичка. Ух ты, настоящий герой. А теперь купи у меня что-нибудь. Проходи, купи что-нибудь, все что угодно. Кстати, а тут такой прикол, то что можно купить и не заплатить. Им больше, по-моему, нельзя будет покупать у нее вообще ничего. Она тебя назовет вором, эта птица, но мне пока ничего не нужно. Чем-то неплохо разбираешься в мире Зельды, я смотрю. Во, блин, чё, блин, спи, блин. Ну, разбираюсь до определенной степени. Я не являюсь каким-то прям совсем ярым фанатом, но являюсь поклонником этой серии. Но мне не все игры нравятся. Тут у нас сундучок. Деньжата-то не повредят. Еще 10 рублей. Видите, огромное старое дерево стоит. Нифига себе, кто-то поймал обезьяну и шпану нашу. Посадил в клетку. А, даже не кто-то, а гоблин. Прикатывайся и не умерируй. А ну, живот получите. По-моему, чувак больше, чувака больше стримает просто потому, что его в клетке с обезьяной заперли. На помощь, вытащи меня отсюда. Ну, тут просто вот так вот делается. Берется удар, делается круговой и... Привет, Димон. Ну, это такой стрим, тут уж как бы... Что поделать? Если делать меньше битрейт, будет не очень. Линк, если бы не ты, нас вместе с этой обезьяной наверняка бы сожрали. Она нормальная девчонка, это обезьянка. Пыталась меня защищать, но ее тоже схватили. Послушай, Линк, ты ведь не станешь рассказывать моему отцу об этой истории? Он строго-настрого запрещает мне ходить в лес. Говорит, что это очень опасно. Так ты правда не расскажешь ему? Правда? Поклянись. А, на Ютубе лучше. Ну, на Твиче тоже вроде можно там уменьшать на самом деле качество. Сынишка сказал, что Тало потерялся в лесу. Я сразу же отправился на поиски. Но вижу, ты меня опередил. Прошу прощения, что тебе пришлось выручать Тало самому. Привет, Димон. Тебя видно, да? Скажи, а ты не заметил, что лес кажется немного странным? Мне как-то беспокойно. Ну да ладно. Завтра у тебя ответственный день, пора отправляться в замок. Хорошо, что получилось уговорить старосту получить это задание, вручить это задание тебе.
Желаю удачи и поскорее возвращайся домой. А если повезет, возможно, ты даже встретишь принцессу Зельду. А-а-а. Да, это недавно переведенная Зельда, можно сказать, в каком-то роде свежак. Она самая. Версия 1.0. Портированный на Wii U перевод. Эй, Линк! Ну что, настало время заняться делом, Линк. Точнее, это до вопрос был. Давай управимся сегодня пораньше, приятель. Неужели мне опять надо загонять коз? А я недавно прошел Between Worlds, потом Окарину. Блин, как же Окарину хорошо подрихтовали. А прям второй раз кайфанул. Это на 3DS-то прошел? Да, Окарина там. Да там все вот эти Зельды, которые... Ну, кроме Triforce Hero. Они там хорошие. И оригинал, и оба ремейка. Выглядят замечательно. У меня все они есть. Я вот все купил в коллекцию. И так за работу. Я помню группу Чеп. Я Джастис Димон. Такие коры мочили на Кракене. Смеху панорама отдыхает. Ну да, было дело. Это еще консолид был даже. Ну, загоняем. А ну стоило. Стоило, я сказал. Будем кричать на них. А то испугаются и начнут меня бодать опять. Вообще на консолите круто было. Такие времена, столько народу было. Интересного. Давайте уже. Я превращаюсь в настоящего фермера, я вам скажу. Потому что я уже почти без проблем загоняю коз. Стоило. Очень хорошо, приятель. Это было на 1.14 быстрее, чем обычно. Ну что ж, на сегодня хватит. Сейчас не пора ли тебе навести нашего старосту? Тут, кстати, по-моему, даже мини-игра есть, связанная с этим. Едешь в Хирул? А что это за место, приятель? Никогда не бывал за пределами нашей деревни. Завидую тебе, дружище. Так, ну чё, погнали. Сейчас просто супер... Сейчас прохожу Super Mario 3D Land. Спас Хуиджи. Теперь супер уровни прохожу. Тоже хорошая игра. На самом деле. Там очень интересные уровни, сложные всякие. Которые в конце идут. Какая морда сейчас была. Ты уже закончил дела на ранчо, Линк? Молодец, парень. Королевский подарок, о котором тебе говорил Рассел, готов. Пора отправляться в замок Хироу. Это очень важная миссия, ведь это личный заказ королевской семьи.
будет очень плохо, если посланник Азардона опоздает из-за каких-то пустяков. Ты же понимаешь, о чем я? Тебе предстоит долгий и трудный путь, моя милая лошадка. Пожалуйста, помоги Линку добраться до места. Ну, не кнутом, шпорами. Да, типа Нитро. Что с ней случилось? Она же ранена. Да как ты мог, Линк? Опять загнала Ипону. Не иначе, как она повредила ногу из-за твоих дурацких скачек через барьеры. Тише, доча. Не надо так. Отец. Как ты можешь его покрывать? Ты староста деревни. Вот и веди себя, как подобает старости. Бедняжечка. Эти так щурились. Все будет хорошо, Япона. Я отведу тебя к лесному источнику. Как только мы промоем твою рану в источнике духов, тебе сразу станет легче. Мужик усами на Борова похож. Да, это кобыла. Илья, постой. Ведь без Японы наш подарок не будет доставлен вовремя. Это катастрофа. Ничего, ничего, мужик, я тебе помогу. Я что, будущий этот зять? Нет, я так думаю. Во всяком случае, у него есть планы. Это. Никудышный из меня отец. Из Японы ты никак не сможешь выполнить мое поручение, Линк. О боги, еще одна коза! Да вы что, издеваетесь? Ловите козу! Опять коза! Да какого хрена? Вот те. Прости, что вечно впутываю тебя в эти проблемы, Линк. Тебе следует придумать что-то, чтобы вернуть Япону. Поищи Илью и попробуй уговорить ее вернуть твою лошадь. Ну, нормально. Так, давайте сохранимся. Как на всякий пожарный. КД-версии, смотрю, лицо немного уродливо поправили. Ну, чё, я, честно говоря, что-то не припомнил. Вроде тут все так же. Так. Линк, ты хочешь повидаться с Ильей? Но, кажется, эти ребята никому не позволят пройти. Линк, ты думаешь, мы можем отправиться к Ильи вместе? Можем, можем. Ну чё ж, пана. А мы тут уже все тебя заждались, Линк. Вчера было так весело гоняться за той обезьянкой, просто класс. Я тут как раз рассказываю мало, что мы хотели ее ему показать, но потом решили отпустить. Короче, шпана что-то затирает меня. Не то. Да уж, удружила, нам так улетела от папаши. У него просто истерика была. Коза грустно побрела, побег не удался. Ну а чё? Чё не живется-то на ранчо? Готов поспорить, что ты хочешь встретиться с Ильей. Забудь, тебе здесь не пройти. Сначала одолжи мне свой деревянный меч. Если бы у меня вчера был такой меч, я бы и сам со всем справился. Точно. Ну, Линк, позволь мне этот меч на время. Ну чё, дадим ему меч? Или как? Привет, Фроссейдж. Дадим, я думаю. Ого, да! Да с этой штукой я им покажу. Пришлось откупиться. Что делать? Линк. Спасибо. Ребята вечно меня дразнят. Не вижу ничего веселого в том, что они делают. Это все не для меня. Я боюсь. Не давай меч, сука. Все, поздно. Поздно. У меня новый появится потом. Но когда я вырасту, я стану таким же храбрецом, как ты.
Мне неинтересно учиться орудовать мечом и все такое, но может ты когда-нибудь научишь меня ездить верхом? Правда? Пообещай мне. Ну, у нас герой молчаливый, он типа произносит фразы в игре, а персонажи за него как будто вот договаривают. То есть он сказал, а они обычно намекают, что они уже отвечают на какую-то его фразу. Вот в серии Зельда так сделано. Так, ну что, пойдем за лошадью, собственно. Лошадь-то нам нужна. Из-за того, что ребята ее дразнят, она их зарубит хуя. Все может быть, все. Нельзя исключать такого варианта. Ну и у нас тут есть старая добрая. Кстати, белка, смотрите, белка. Белка, ты что тут забыла? У нас тут есть старая проверенная нора. Вот через нее мы и пойдем. Второй раз уже по норам перемещаюсь. Но я ведь не знал, что приключилось стало. Колин. Теперь Айпона, твой хозяин все же больше. Тебе, Айпона, твой хозяин все же больше по душе, чем я. Лошадь не поделили. С ней все в порядке, Линк. И рана оказалась простой царапиной. Можете отправляться в путь. А дыра это нора это кролик. Но, Линк, пообещай мне всего одну вещь. Что бы с тобой ни случилось, пожалуйста, будь всегда предельно осторожен во всем. Прошу тебя. Ладно, ладно, женщина. Возвращайся поскорее. Но не тут-то было. Боблоло прибежала. Походу удар сказался на Линке. Смех смехом, но могу сказать, что череп у человека на самом деле очень крепкое место.
Видите, нас превратили в собачишку. Мне, кстати, гантели как-то... Ну, не гантели, не совсем. Блины упали 5 килограмм на башку с высоты вытянутой руки. Ничего. Вообще ничего не было. Вот, смотрите. И мы... Мы очутились в какой-то темнице в виде собачишки. Как же так? Какого хрена? Я нашла тебя. А ты совсем не страшный. Думаешь, что рычать и сверкать на меня глазами тебе как-то поможет? Хи-хи. Да, дело дрянь. А я-то думала тебе помочь, если бы ты хорошо себя вел. Хи-хи. Вот так-то лучше. Вы люди очень покорные создания, не так ли? Ой, ну ты ведь уже не человек, ты зверь. Успокойся, будь хорошим мальчиком и не надо кусаться. На вымене. Вымене хардкор. Что? У тебя такой удивленный вид. Наверное, ты никак не можешь понять, что это за место. Ну ладно, давай сделаем так. Если сможешь добраться сюда ко мне, я так и быть скажу тебе. Да, пошла фурятина. Самое натуральное. Уже в курсе, что полное имя Линка. Линк, Линк. Нет. Так, ну и тут нужно прокопать проход. Собачка, копай, копай. А, вот, вот. Ты, оказывается, не так глуп, как я думала. Послушай, ты мне нравишься. Я помогу тебе отсюда выбраться. Но взамен ты будешь обязан сделать все точно так, как я скажу. Если от меня что-то понадобится, обращайся, нажав L. И человек, ты зверь нахуй. Итак, мы договорились. Чудесно. Тогда вперед. Шевели лапами. Ну вот, у нас тут... У нас тут некоторое время будет такая вот психоделика. Мне очень нравится лично музон. В сумерках есть в нем что-то такое психоделичное. Не доходили руки пройти до конца эту игру. Ах, ну-ну. Хочешь увидеть кое-что интересненькое? Ты зверь помнишь?
Нажми X, чтобы обострить нюх и порыскай вокруг. Я не знаю, честно говоря, Frostage. Я не проходил ее до конца. Так, вот можно, короче, видите, переключаться в такой режим. Уф, не могу больше бежать. Здесь должно быть безопасно. Что за шум? Не приближайтесь ко мне. Мы можем видеть духов в этом режиме. Это был призрак солдата. Может быть, он из другого мира? Видишь ли, здесь полно всяких разных стонущих призраков. Обостри свой нюх. Ну, вот нам говорят, собственно, что... Нюх — наше все. Так, вот тут существа всякие лазят. Нам не нужные. Просто рупии у нас. Надо выбираться отсюда. Я сомневаюсь, что ты уже привык к своему новому облику, поэтому вспомни, как ты сражался с врагами, будущий человек. Хоть ты и превратился в волка, но человеческие инстинкты все еще при тебе. Спасибо. Так, и у нас тут что? У нас что-то тут произошло. Теперь мы подняли уровень воды. Можно пробраться туда. Да, нельзя было. Так, а вот это? Это что? Есть? Цены? Нет, нету. Видите, собачка наша и плавать умеет, между прочим. Так что поплывем-ка мы подальше отсюда. Что за черные существа? Откуда они? Как нам отсюда выбраться? Вот это люди, которые застряли в сумерках. Просто рупий. Свич будешь на старте брать? Да денег нету. А так бы взял, конечно. Но брать буду, конечно. В обозримом будущем каком-то. Сюда. Я подожду здесь, но тебе придется самому найти сюда дорогу. Ну, офигеть. Самому. Так, тут мне надо спустить воду теперь. Все будет нормально. Сюда я пришел. А, вот. Сколько или нет? Вот. Точно, вот этот мобильник. Вместо того, чтобы убить чуваков, я просто запрыгнул. Ладно, будем от них просто сваливать. Сумерки всегда подозревал, что это хуйня про вампиров, педиков губит человека. Хотел сначала накопить денег, но потом вспомнил политику Нин. Думаю, что стоит подождать как-нибудь вторую или третью ревизию. Может, как раз ЭБУ будет. Ну, может быть, хотя... По мне проще сейчас. Но это, конечно, зависит от
конкретных твоих вот потребностей. Возможно, проще Wii U взять бэушную сейчас, например, и поиграть в Зельду, потому что там она тоже выйдет. Я буду на Wii U, например, проходить. Тем более, сейчас она взламывается отлично. Очень там взлом достиг хорошего уровня. Можно запускать неподписанный код. Хи-хи, что, уже выдохся? Мы ненаглядный волчонок. Кстати, ты используешь X, чтобы обострить нюх? Помни об этом. Ну, сколько можно напоминать? Я чувствую присутствие призраков. Это души солдат. Интересно, где мы сейчас? Проще хату подломить и вынести свежую консоль. Ну, каждому свое, в общем-то. Я на Wii U поиграю. Вот, а... Но я уже подумаю, что, возможно, диск я буду брать не на Wii U, а на Switch сразу в коллекцию. Вот, а играть на Wii U пока. Так. Так, мне нужно... Этих, что ли, сначала чуваков внизу замочить. Наверное. Мне она должна намекнуть. А, стоп, я не ту кнопку просто нажал. Сейчас. Как же здесь воняет? Почему мы все еще торчим в этой сточной канаве? Почему? Тебя надо спросить. Да что же ты делаешь? Просто ты уже нашел хату, которую можно подломить. Вот и не паришься. Нет, на Wii U не отменили. Она выйдет в это же время, так что... Неужели мне придется делать за тебя все абсолютно? Я буду показывать небольшие выступы, а ты... Прицелишься и нажми А, чтобы запрыгнуть ко мне. Вот, наконец-то она начала мне помогать. Так. Тут у нас веревочка какая-то. Сходил, покурил, а чем выбрался из канализации? Ну, я стараюсь, что ж, не всю жизнь в канализации-то тусить. О, смотрите. Волк у нас дрессированный. Даже по веревочке может бегать. У нас уже птицы появились. Тоже черные. Теневые. Так, ну и что тут? Фух, наконец-то мы наверху. Гляди, мы почти снаружи. Поищи какие-нибудь выступы, по которым можно забраться наверх. Давайте искать. Давайте. Ага, вот оно. Ты все еще не понял, где мы? Ну что ж, когда окажемся наверху, тогда ты, возможно, поймешь. Ну вот, мы наконец-то выбрались наружу. Смотрите, где мы оказались. Какое-то очень странное место со страшными летающими птицами. Я даже не знаю, как назвать этих существ. А это, ой, как Yo-Kai Watch, как тебе игра?
А я не играл, я не знаю. Я даже ее не видел. Я знаю, что она очень популярна у японцев. Но я не в курсе, что это вообще. Итак, наконец-то мы выбрались наружу. Взгляни на небо. Разве это черное сумеречное облако не прекрасно? Знаешь, где мы? До сих пор этого не понял. Послушай, я хочу кое-кому тебя представить. Но сначала доберись вон до той башни. Если она решила все делать за тебя, предложи начать с унизывания подхвостного пространства. Что ж, это справедливое замечание, ничего не могу сказать. Смотрите, тут кто-то есть, какой-то призрак. Можно с ним говорить. Здесь довольно много призраков, не правда ли? Все эти призраки, духи, ты не ожидал такого? Эти ребята хоть и видят вокруг монстров, но о твоем присутствии они понятия не имеют. Если ты мне не веришь, убедись в этом сам. Опять обостри нюх. Вот. Давайте обострим. Что за чудовищные птицы? Что вообще происходит с нашим миром? Ах, бедный наш замок Хирула. Видите? То есть это замок, в который мы собирались идти. Вообще-то это не тот, с кем бы я хотел тебя познакомить. Да, нормально шуткует. Давай все же попробуем добраться до той башни. Давай. Привет, Тони. Так. Птичка, все. Она готова. В принципе, можно тут пробегать вроде. Или нет? Я забыл. Так. Так, ну и чего? Куда мне теперь? А, понятно. Смотри, вон там дальше. Теперь мы на крыше. Что-то тут можно вроде париться и... башню. Панинокуни. Нет, тоже не играл. Просто игр дохренище, времени у меня не очень много. Кстати, «Гнев белой ведьмы» — шикарная игра. Это которая Нинокуни, что ли? Я хотел на PS3 брать в свое время, но что-то так и не взял. Идем дальше. Ну и вот, собственно, мы пришли к тому, с кем меня хотел познакомить эта хрень. Видно? Это вот так зовут это существо. Вы помните мое имя? Какая честь. Итак, это тот, которого ты искала? Не так я его себе представляла, но все же это он. Собачушка смотрит, эх, добрыми глазами. Тебя бросили в тюрьму? Прошу прощения.
Бедняга, он не представляет себе, где он и что вообще случилось. Может, все-таки стоит объяснить ему хоть что-нибудь? Ты ведь перед ним в долгу. Сумеречная принцесса. Слушай меня внимательно. Однажды была одна страна, где покровительство богов стало ослабевать. Когда-то это было королевством Хирул. Но некий король-владыка Сумерек изменил это благословенное королевство. Он превратил его в мир теней, и стали править в нем существа, избегающие солнечного света. Для тебя пришло время выбора, покориться или умереть. И это касается не только тебя, но и всего народа Хирула. Жизнь или смерть? Так вот и сдают королевство. Сумрак черным саваном накрыл Хирул. Лишенные света, люди превратились в призраков. Живя в сумерках, они не ведают о том, что обращены в бестелесных духов. Все, что они могут ощущать, — страх. Страх перед неведомым злом. Королевство покорилось тьме, а я все еще его принцесса. Вот, собственно говоря, и Зельда. Та самая, в честь которой названы игры все. Если кто не знал, не надо печалиться. Когда произносит эту фразу, мне сразу песня вот эта вспоминается, я ничего не могу поделать. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Та-та-ра-ра-ра. Надейся и жди. На самом деле ведь жить можно. Я хочу сказать, что вечные сумерки — это не так уж и плохо. Мидна, не будь такой легкомысленной. Сумеречные твари ведь повсюду рыщут в поисках тебя. С чего бы это? В самом деле, почему? Вот вы мне и скажите. Кроколец. Кроколевство. Время на исходе. Стража скоро начнет свой обход.
должны скорее уходить отсюда. Просто я не знаю. Я не могу сказать. Пока что ничего. Что, нам надо убегать. Туда стража идет. Ну и шустрые же они. Итак, теперь-то ты понял, где мы оказались? Ну что ж, теперь я могу позволить тебе вернуться туда, откуда ты попал в сумеречный мир. Но ты действительно хотел вернуться назад? Находясь в сумраке, ты не успел забыть тех, кто тебе дорог. Нормальные трипы такие. Ты действительно хочешь их всех спасти? В случае маленькая Мидна будет очень рада помочь тебе. Но только с одним условием. Вот как раз условие, наверное, она и поставит то, о котором говорил Фрост Сейдж. Ты должен стать моим слугой. И как подобает слуге, во всем мне повиноваться и делать только так, как я скажу. Почему бы тебе, вернувшись назад, не поразмыслить над этим? Обратно перемещаемся в светлый мир. Большой волк и маленькая девочка. Я видел кино, которое начинается так же. Постой, я забыла сказать тебе еще одну вещь. Покинув темное царство, ты не вернул свой прежний облик и обречешь ты его еще не скоро. Как такое может быть? Еще увидимся. Да. Так, ну и тут нам нужно будет раздобыть кое-какие предметы. Так, перерывчик на минуту. Я сейчас сделаю и продолжим. А вот и я. Верно подмечено, да. Так он же собачушка. Как там в песне говорилось. Хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю. Так, ну ладно, шутки шутками. Так, куда теперь? Думал, я исчезла? Не дождешься? Конечно, попробуй избавишься от такого трипа. Послушай, есть еще кое-что, о чем я забыла сказать. Не будь так уверен в том, что ты просто побежишь и спасешь всех своих друзей. Ты не сможешь.
Сразу за этим мостом земля покрыта сумраком. В прошлый раз через эту завесу тебя протащила тварь из сумрака. Но чтобы попасть туда сейчас, тебе понадобится помощь кого-то оттуда. Того, кому ты можешь доверять. Кого-то вроде меня. Так что у тебя есть только один выбор. Делать все так, как я скажу. Спасение твоих друзей зависит от того, насколько правильно ты будешь действовать. Иначе ничего не выйдет. А теперь мне нужен подходящий меч и щит. Ага, ей нужен. Ах ты. Ты понял меня? Найди мне меч и щит. Итак, у тебя есть идеи? Лучше не мешкать, потому что сумрак постоянно расширяется. Давай же, поторопись. Да, у меня есть, потому что я в эту игру уже играл. Смотрите, тут уже ходят гоблины. Мне нравится тут смена погоды, интересная задумка. Короче, слухайся, дым, и за твой счет решим все свои проблемы, и в итоге тебя ебем по чистой случайности, ты станешь человеком. Так как ты добрый лошок, ты нас простишь. Что-то гоблинов развелось в последнее время много. Постой. Белка! Белка со мной разговаривает, мать ее. Я не знаю, что тебе здесь нужно, но если ты собрался в деревню, будь очень осторожен. Явились монстры и превратили наш лес и деревню в жуткое место. Еще они похитили всех деревенских детей. Но ты не похож на них, и вид у тебя совсем не злобный. Я в этом уверена, потому что ты пахнешь, как ордонские деревья. Белка, мать его, разговаривает со мной. Если у тебя возникнут затруднения, попробуй поговорить с животными в деревне. Мы, звери, прекрасно друг друга понимаем, так что трудностей вообще у тебя быть не должно. Ладно, раз вы настаиваете, я буду разговаривать с животными. Так. О, боги, почему это все случилось? Наши дети, боги, скажите, что с ними все хорошо. Простите вашего никчемного отца. Так, ну и тут, короче... Тут, короче, сначала нам понадобится... Так. Сначала, по-моему, вот этих чуваков нужно послушать будет. О чем они говорят. Итак, по поводу щита. Лучше шепотом. Так, по-моему, нужно включить свой нюх. Будем слушать. Все решено, как договаривались. Еще поближе подойдем. Блин, да вы что, офигели? Я не слышал. Итак, щит. Все еще у тебя дома? Доктор Дулиттл, вы изменились. Да, он по-прежнему должен быть на чердаке. Отлично, тогда неси его скорее сюда. Рассел серьезно ранен и не сможет отправиться на поиски детей в одиночку. Я пойду вместе с ним. Но послушайте, Бо, у Рассела есть меч, но и он не помог ему. А вас безоружно вообще могут убить? Со мной все будет в порядке. Меч, который вы хотели подарить королевской семье, все еще Рассел. Тот самый меч? Хорошо, я все понял, господин староста. Я сбегаю за щитом. Ждите меня здесь. Ну вот теперь мы знаем. Видели меня и испугались. Теперь мы знаем, что щит находится вот в этом доме. Мне кажется, мы узнали кое-что интересное. Взгляни на это распахнутое окно. Эта деревня полна дураков.
Хрен его знает, белочка это или бурундук был. Может, это Чип и Дейл. Итак. Нам бы туда допрыгнуть, но вот откуда это лучше всего сделать. Нужно аккуратно дойти сюда, по-моему, чтобы вот это вот... Так, или сюда. Так, как же? Откуда же мне это сделать? Сейчас посмотрим. Монстр! Ты вернулся, тебе мало наших несчастий. Моя дочь, верни ее. Вот тебе, получай. Смотрите, он на меня этого посылает. Птичечку злобную. Не надо мне тут. Кстати, тут такой прикол есть. Можно с этой птицей поговорить. Да, и она тебе говорит, что типа, ну извини, я не виноват. Типа, когда играют на этой дудочке, я не могу ничего сделать, а такую, кого мне прикажут. Это такой вообще прикол, конечно. Так, а как же тут... Как же тут добраться-то? Кошка, давайте поговорим. На тебя что, напал этот ястреб? Но ты для него слишком крупный. Прости, этот человек с ястребом муженек моей хозяйки. Можешь подкрасться к нему сзади и напугать его. Мяу. Так, ну я, конечно, могу подкрасться. Ага, вот, все, теперь появилась опция вот эта. Так. Давай попробуем забраться отсюда на крышу и спугнем его. Вы только посмотрите на него, строит из себя важную птицу. Пусть нас заметят. Вот будет потеха. Сейчас мы покажем этому товарищу. Чувак взял просто и спрыгнул нафиг. Давайте повоем тогда. Вот это расколбас. А вот вроде он сейчас прилетит нам и скажет как раз этот ястреб отмазу. Что типа я не при делах. Ты ведь Линк, не так ли? Извини, что напал на тебя недавно, но я обязан повиноваться каждому, кто вызовет меня свистом стебель травы. Мне правда очень жаль. Твой голос, он звучал как стебель травы, поэтому я и прилетел. Вот что я тебе скажу. В следующий раз позови меня так же, как и сейчас, если что-то понадобится. Кто знает, возможно, я смогу помочь. Вот такой вот у нас произошел разговор. А тем временем мне нужно на мельницу проникнуть. Мусоров зовет, волк позорный. Да, свистни в стебель и случится чудо. Теперь мы в доме находимся. А вон, кстати, щит висит. Вон он. Нам тоже как-то надо будет забраться туда. Нашли. Так. Ну вот, щит у нас уже есть. Правда, щит волку не особо поможет. И, кстати, вот этот щит деревянный, он может сгореть от огня. Поэтому нужно быть аккуратным. Как-то он выглядит, ну,
не очень внушающе. Ну что ж, а теперь меч. Скорее раздобудь его. Раздобудь. Так. Не, мне... А, нет. Все правильно, мне сюда нужно. Папа, папа. Ну, сейчас... Сейчас можно будет меч взять. Что это за звук? Это ведь не наши дети вернулись, нет? Пойду поищу их еще один последний раз. Ты пока спрячься в доме. Меч, который предназначался для королевской семьи, я положил на диване. Если за ним придет староста Бо, отдай ему меч. Не ходи, прошу тебя, ты ранен. Так, чё? Берем за мечом. Меч нам пригодится. Видите, тут этот чувак ходит, надо его обойти. Пошел нас принимает за врага. Давайте поговорим с курицей. Ах, как романтично, волк лунной ночью, потрясающий. А ты чем-то похож на того, кто на днях покинул деревню. Или мне показалось? Счастливчик, у тебя есть острый нюх и мягкая шерсть, как мило. Нормально. Нормальный прогон. Собачка у нас очень хитрая. Может подкапываться под что угодно. Ну вот, собственно, теперь мы раздобыли меч. Ты получил ордонский меч. Его для королевской семьи сделал Рассел. Лучший мастер во всей провинции Ордона. Отлично, теперь у нас есть меч. А ты и вправду можешь быть полезен, если сосредоточишься. Ну хорошо, здесь нам делать больше нечего. Пора отправлять тебя обратно в сумеречный мир. Возвращайся к тому месту в лесу, где ты впервые превратился в волка. Окей, как скажешь. Как скажешь. Наконец-то, осталось недолго уже до данжа. Кстати, жена носки подогнала из собачьей шерсти. Я смеялся, но когда одел, то ощутил, насколько теплые они. Крепкие. Это правда, да. В общем, да. Говорят, они полезны еще. Но только если долго их носить, можно превратиться в собачку самому. Начать выйти. Запросто. Такой расклад может быть. Что надо дозированно от них одевать. Постой. Подойди к источнику. Силы тьмы превратили тебя в этого зверя. Подойди ко мне. Берегись, сумеречная тварь. Она приближается. Так. О, смотрите. Какая страшная штука. А я тоже не лыком шит. Я собачка, я умею кусать.
Смотрите, кто у нас тут появился. О, храбрец. Я одна из четырех духов света, повелением богов, оберегающих Херу. Мое имя Ардона. Поврежденная тобою тварь была одним из сумеречных существ. Она явилась, чтобы завладеть моей силой света. Так вот просто взял, олень какой-то появился. Эти твари уже решили света моих собратьев по всему Херуву. Все королевство обращено в преисподнюю, управляемую темными силами. Херул — это только начало. Вскоре весь мир света окажется в лапах злобного короля, властителя сумрака. Вот оно чё. Для спасения этой земли от сумеречного владыки свет должен быть возвращен моим собратьям. Три духа, лишенных своего света, должны быть возвращены, возрождены. Вернуть им свет и возродить эту землю способен только ты. Ну, как всегда. Ты. Ты все еще не раскрыл свою истинную силу. Те, кто превращен в магии сумерек, никогда более не смогут обрести свой прежний облик. Однако, если ты вернешься в Кварнский лес, туда, где ты впервые был обращен, если ты сумеешь возродить Духа Света, с помощью его силы ты найдешь способ вернуть себе свой прежний облик. Отлично. У меня эти черные твари вызывают ассоциацию с тварями, тоже темными, только в другом типе измерения, в Metroid Prime 2. Я прям когда играл, подумал, что одна из игр почерпнула идею другой. Ну, может быть, кстати, да, хорошая игра, Metroid Prime 2. Куда же нам теперь идти? По-моему, нам нужно опять в сумеречную зону. Насколько я помню, бежать куда-то туда. Эй, гляди, Кварнский лес, который ты так хорошо знаешь, теперь он покрыт сумраком. Сам ты больше не смог бы сюда вернуться. Итак, ты хочешь пройти через эту завесу? Да. Я хочу. Что-то все заснули. Ну, наверное, может, усыпляет людей Зельда. Я не знаю. Или смотрят. Просто не комментируя. Сейчас экшончик начнется. Будет повеселее, я думаю. И вот таким оружием вы пользуетесь в вашем мире? Тихо, тихо! Шорстку мне отрепишь. Разве можно одолеть сумеречных созданий?
Не нужно мне все это барахло, но я приберегу его для тебя. Ну хорошо, обещание есть обещание. Я ведь должна тебе помогать. Твое спасибо меня не устроит. Ты должен будешь найти для меня кое-какие вещицы. Не буду пока вдаваться в подробности, но это будет нетрудно, поверь мне. Ну хватит об этом. Слышишь шум? Это стенание духа, лишившегося своего света. Куда же они доносятся? Пора действовать дальше. И не вини меня потом же за судьбу своего мира, если не поторопишься и не вернешь этот свет. Ну давай же, за дело. Болтливая, конечно, это Митна. Болтает и болтает. Давайте сохранимся. То, что я давно уже не сохранялся. А то знаем мы. Как бывает, стримишь, потом вдруг рубанет свет. И давай, отматывай, не знает сколько назад. Да, здорово, антроплазм. Как ни странно, да, на стримах редко появляются люди, которые любят Зельду. Хотя, вроде эта серия довольно популярна. Может быть, у нас она просто так популярна, я не знаю. Как-то так. Черт, опять эти твари. Да что они о себе возомнили? Решили, что вот так просто нас одолеют? Так, ну, я тут буду проматывать. Загрызу. Прогресс идет. Это радует. Антон, наверное, соками загасил. Он наверняка сидит тут. Я думаю, просто уже выпил прилично. Че так долго возишься? Короче, тут такой прикол. Надо обязательно убивать их. Блин, у меня жизни нет еще ни хрена. Хватало тут умереть еще. Их надо обязательно вот такой атакой убивать вместе, втроем. Иначе они воскрешают. Последний воскрешает остальных. Так, мне сердечки оставили, это хорошо. Так, идем к духу. Это да, не всегда легко. Дальше будет сложнее, конечно. И вот первый дух. Прошу тебя, будь осторожен, этот лес изменился. Темные облака вечного заката накрыли эти земли. Эта завеса теней называется сумраком. Сумраки, все те, кто жил при свете, стали призраками. Здесь обитают ужасные, темные, злобные создания. Я дух света. Голубоглазый зверь. Отыщи мой свет, похищенный сумеречными тварями, и наполни им этот сосуд. Я сейчас волк, а на мне ездит Мидна, такое существо, вот. Маски. Короче, нам надо найти 9 вот этих вот по карте таких насекомых, убить. И тогда мы сможем восстановить свою форму. Так. Я все понял. Ну че ты паришь меня? Убирайся, карта.
Ищи насекомых тьмы, эти создания обличия самого зла, похитившего нас свет, разделившего его на множество слез. Ну, тут у нас есть карта, все просто. Врубаем нюх и ищем этих тварей, вот они. Вот эти нам не нужны создания. Так, оно где-то здесь. А вот оно. Когда первый раз играешь, их долго искать приходится. Во всяком случае, вот первых этих существ, потом проще. Вот, а там дальше будут уже запары с ними. У нас тут летом насекомые тьмы появляются, кровососущие комары-то. Так, и вот мы можем зайти, кстати, на поляну к этому Бобу Марли. Видите? Только остался от него этот котел. Не все. Да, там, где река, там очень, конечно, с насекомыми проблематично. Это правда. Не с насекомыми, с комарами, например. Есть такое дело. А вот и чувак этот, смотрите. Что это за жуки? Они какие-то необычные. Они огромные, жуткие, мерзкие. Эй, жуки, кыш, кыш, убирайтесь отсюда. Жуки, жуки, ну ты оставь меня в покое. Нельзя просто так лазить в домах у людей. Держись от меня подальше, отстаньте. Я ему помогаю, он еще тут... Еще тут трава качает. О. Что? Они просто взяли и все? Сдохли? О боги, да это ж... Да что же все-таки происходит? Происходит... Вероятное. Кусают больно только. Пугливый чувак, как хуит же прям. Ну что, идем дальше. Осталось совсем недолго собирать эти капли света. Будет уже первый данж. Стоп, я не туда зарулил. Не туда. Идем дальше. Здесь, как вы помните, мы уже были. Только в облике Линка. С деревянным мечом. У нас другие богомолы хотят детскую поликлинику под нафиг, никому не нужный храм прибрать. Да, в общем, сейчас расклады интересные, конечно, происходят. Вот еще один жучок. Боровичок. Так, а что-то я забыл. Куда же мне? Да, что ли, идти? Да, мне вроде сюда надо ведь. А, вот, вот оно. Место это. Эй, может быть, попробуем перебраться здесь?
Давай попробуем. Давай уж. Еще два жука. Идем дальше. Как раз прыгался-то волчок. Ух, как раз прыгался. Последние два жука остались. Их надо рыть. Вот они спрятаны в земле. Ох ты. Стоять. А, нет, это не последний еще. Это почти последний. Я совсем забыл. Еще двое. Мочи клопов. Вот, видите, поляну я зачистил от этих тварей тут. Последние жуки находятся как раз у входа в данж. Еще призрак обезьяны. Мы спасли обезьянку. Кто? Кто помог мне? И везет же мне, с тех пор, как наш главарь стал странно себя вести, здесь повсюду появились эти страшные монстры. Деревенских детей вели через этот лес, не знаю зачем. Весь лес стал диким, диким, жутким. Что происходит? А тем временем мы собрали такие гроздья света. Вернули его духу первому. Но здесь в сумраке было так хорошо. Что вообще есть такого особенного в светлом мире? До встречи. Какой-то обезьян рогатый. Да, бусы готовы. Мое имя Фаран. Я один из духов света, обитающих Херули, по велению богов, и оберегаю этот лес. О, храбрец. В землях, покрытым сумраком, где люди стали призраками, ты был превращен в голубоглазого зверя. Это было знамением. Знамением того, что силы избранного находятся в тебе, и они стали пробуждаться.
взгляни на свой новый облик. Вот смотрите, наш герой стал другим. Зеленая туника, которая на тебе надета, однажды принадлежала древнему герою, избраннику богов. Теперь ты обладаешь его силой, силой, которая всегда спала в тебе. Твое имя Линк. Теперь ты герой, избранный богами. Отважный Линк. Темная сила находится в храме, стоящем в глубине этого леса. Это запретная сила. Давным-давно мы вместе с другими духами света заперли ее в этом храме. Эта сила очень опасна для всех, кто живет среди света, и она не должна быть высвобождена. Но сейчас мир рыдает под покровом сумрака и теней, поэтому выбора у нас нет. Ты должен стать сильнее сумеречного владыки. Разыщи эту силу, заточенную в храме в глубинах леса. Обезьяна с хвостом скорпиона. Духи, они такие говорят и есть абстрактные. Духи таковы, какими сами себя представляют. Ну и вот, по сути, мы закончили вступление, на самом деле, к этой части. Потому что вот... только сейчас мы... появился у нас меч, щит, и мы готовы уже путешествие. Ну-ну, ты как бы избранный герой и все такое, да? Так вот почему ты превратился в этого зверя. Вот это да, а может было бы лучше, если бы ты блуждал тут себе с остальными призраками, не ведая о том, что произошло с миром. Итак, что будешь делать? Отправишься к этому лесному храму? Вот повезло мне, а то я чуть было не отправилась туда сама. Слушай, ты же хочешь помочь своим друзьям, правда? Я почти уверен, что они сидят в этом храме и ждут, дождутся своего спасителя. Ну, удачи, мистер важный герой. Еще увидимся, мой мальчик. Вот теперь мы можем таки наконец-то пойти в данж. Мы это, конечно, сделаем. Что ты там говоришь? Ой, так, я знаю, как обращаться с оружием, не надо мне. Идем в данж. Ключа у нас нету. Боб Марли пришел в себя наконец-то. Что такое? Это же парень из Ордона. Гляжу, лицо знакомое, но одет ты как-то по-другому. Вот я тебя сразу и не узнал. Послушай, у нас тут такое творится в последнее время, так что будь поосторожнее. В лесу появилось много монстров, и мне немного боязно, поэтому я закрыл проход к храму. Но ты, я вижу, во что бы то ни стало, хочешь туда попасть. Что ж, вид у тебя убедительный, вот, возьми это. Нам дали ключик. Ах да, лес на той стороне пещеры покрыт очень густым туманом, поэтому проверь свою лампу и убедись, что она полна масла. Тебе придется частенько пользоваться лампой в той части леса. На твоем месте я бы как следует запасся маслом. Опять он за свое, опять он впаривает мне масло. Специально для тебя есть уникальное предложение. Банка, наполненная маслом, и всего за 100 рупий. Согласен? Бери, не пожалеешь. Блин, у меня нет 100 рупий. Нет у меня, мужик. Ты чё? Чего? Это несерьезно, дружище. Эх, приятель, а ведь лампу ты от меня получил просто так. Я все время продаю здесь масло. Заглядывай иногда. Какой хитрый тип, а? Ну, вообще. Просто хитрец. Специальное предложение у него для меня есть. Ой...
чувак. Так, ну что, бежим. Данжон. Кого тут только нету. Покупай масло, дружище, гречу покупай. Так, а тут нам как раз понадобится вот лампа в этом месте. Она дает пройти сквозь этот ядовитый туман. Сразу обезьянка подрезала лампу. Эй, а что нужно этой обезьяне? Болван, пока ты витал в облаках, думая о спасении Хирула, у тебя сперли лампу. Нет, обезьянка нам типа поможет. Давай, давай. Иди вперед, обезьяна. Хитрая тварь какая. Давай, давай, беги. Какая-то музыка успокаивающая играет. Вообще, вот мне, кстати, эта часть Зельды больше всего нравится, наверное, после Окарины. Ну, из того, что я играл. Я, конечно, целиком не проходил. Проходил относительно немного. Она чем-то напоминает ее легендарная Ocarina of Time. Так обезьяна мне все масло сожжет в лампе. Смотрите. Все. Взяла, бросила лампу, убежала. Лампа без масла теперь. Ты вернул свою лампу, но пока вы с обезьяной шли через туман, в ней выгорело все масло. Вот они, животные какие. Нельзя им доверять. Страшно спросить, для чего нужны такие бусы? Где? Какие бусы? Может, я что-то не заметил? Так, а мы идем к храму. И на пути к храму меня ждет кто? Меня ждет страшный зверь. Ну вот, очередной трип. Очередной трип произошел с Линком. Меч не обладает никакой силой, если им орудует рука, лишенная храбрости. Ты избран богами, чтобы стать легендарным героем, но твои силы еще пока недостойны туники, которая на тебе надета. Ну, нас тут просто учат новому удару. Используя храбрость, ищи силу, и только обладая ей, ты станешь героем, в котором истосковался этот мир. Если ты проявишь истинную храбрость в спасении Хайрула, заполонившего его ужаса, тогда ты по праву сможешь дать знания.
Да. Тайный навык, решающий удар. Тут нас учат добиванию. Противники, обладающие сильной энергией, быстро восстанавливаются и вновь атакуют, даже оглушенные твоим сокрушительным ударом меча. Решающий удар — это секретная тактика, используемая против оглушенных противников, чтобы расправиться с ними раз и навсегда. В общем, сейчас я это покажу. Вот. Я немножко не попал в него. Этого чувака. Что ты творишь? О! Вот этот удар. Вот, все. Удар получен, можно идти. Дальше. Трип кончился. Плохой трип сменился хорошим трипом. Так, а ведь лампы у меня нету ни хрена, а тут... Тут забыл лос паутиной. Что мне нужно лампу наполнить опять. Это ж пипец просто, если это так. Мне вообще нет никакого желания идти к этому продавцу, покупать у него масло. Так в том-то и дело, что лампа-то у меня пустая. Вот здесь масло... Да, масло эта херня не продает, по-моему. Неужели назад надо возвращаться? Ладно, пойдем назад. Чеба, ты кастомную прошивку на Wii поставили, через браузер хак запускаешь. Я смотрю, это Зельда русская, на трекерах подобного варианта лежит. Ну, там, скажем так, там есть такая особенность, что... В общем, можно в eShop'е купить игру, вот, и поставить на нее запускатор вот этого хака. То есть... Как объяснить? Первый раз через браузер заходишь, запускаешь хак, у тебя ставится вместо eShop игры загрузчик. Ты его из меню запускаешь, у тебя получается кастомная прошивка, ты можешь все что угодно запускать. Так масло все-таки есть у этой птицы или нет? Потому что я назад-то не могу прийти. Так, это у нас что? А, заправка ламп. Во. То, что мне нужно. Так. Отлично. В общем, я купил игру, поставил на нее вот этот хак, и теперь запускаю с помощью него кастомную прошивку. Есть вариант запуска сразу этого хака, то есть можно поставить еще... Нет, при включении ты попадаешь в меню системное,
Вот. Там нажимаешь на иконку, у тебя происходит запуск. Или ты попадаешь, как в зависимости от того, настроил, ты попадаешь или в Homebrew Launcher, или сразу в кастомную, ну, обратно в меню, только уже в кастомное, со взломом. Так, надо в коробочку денег положить. Не вздумай воровать, он мне сказал. Я не собирался. Так. Вот, но можно поставить такой вариант Cool Boot, то есть, который грузит сразу вот этот канал загрузчиком. Вот, но если он вдруг удалится, что-нибудь произойдет, то приставка брикнется, то есть... Можно прямо поставить, чтобы грузилось автоматически в кастомное меню. Я подумал, что я и этим обойдусь. Почти то же самое, там лишний раз запустить иконку, у тебя все готово. В кастомной прошивке, кстати, уже защита от обновления вшита. Вот, можно не париться, что приставка обновится. Потому что там версия меню 9999. Просто обновление будет думать, что на консоли стоит наивысшая версия прошивки. Ну и очень удобно, можно играть в RetroArch, там запускать игры. Совместимость, в отличие от старых загрузчиков, которые были специально для игр, 100% с таким взломом. Потому что была программа, которая загружала игры, вот. Там не все работало, не было онлайна, а тут все есть. С Wii там проще, там можно поставить прелодер, там полностью она взламывается вообще. То есть не нужно ничего запускать, просто поставил все в систему и все. Все уже у тебя взломано напрочь. А тут немножко по-другому, но все равно можно полный взлом сделать. Все будет ништяк. А мы дошли до данжа, в общем-то. Пока браузерный хак. Ну, можно и браузерным пользоваться. Ну, вдруг Nintendo выкатит на выходе Zelda новую прошивку, поэтому я бы посоветовал все же приобрести игру там самую дешевую. Доктор Кадаваши Brain Training, по-моему, называется. С помощью нее вот установить хакчи. Кажется, она зовет тебя с собой. По-моему, ты ей нравишься. Обезьяна просит нас. И за ней. Купить надо... Там определенные игры подходят. Вот говорю, что доктор Кадаваши или как-то вот Brain Training, она, по-моему, самая дешевая. Достаточно ее купить. Нужна именно Virtual Console DS игра, насколько мне известно. Давайте тут сохранимся тоже, а то я давно не сохранялся. Вот, кстати, Винки, ты же видел мои стримы по Денде, там по Сеге. Это я вот стримлю с Wii U на эмуляторе RetroArch. Уже отличное дополнение. Кстати, через этот хак можно еще и Wii режим взломать. Вот, а на Wii открывается возможность играть в Wii игры, в кубовские игры. То есть можно играть на Wii U, на взломанные в кубовские игры, с, например, с DualShock 3 или 4, или просто каким-то USB-контроллером. Нужна не мемори-карта от GameCube, что-либо еще. Вот этого паука надо добивать. Вот таким образом. Ага. Так, идем дальше. Тут, по-моему, надо зажечь. Все вот эти
столбы огненные. Обезьянка нас зовет дальше. А, у тебя взлом. Понятно. Нам дали карту. Ну, от взлома, конечно, от взлома очень много преимуществ. Можно играть нецензуренные версии, переводы. Это тема вообще. О, смотрите. Пришла глав-обезьяна и бумерангом обрубила мост. Еще жопу показала. Вот сволочуга. Что это было? Обезьянья битва? Чудесно. Теперь путь вперед для нас закрыт. Придется возвращаться. Я знаю, что происходит, но кажется, она хочет тебя куда-то проводить. На твоем месте я бы последовал за ней. Пойдемте, раз обезьяна хочет. Так, кстати, тут он вверху сундук лежит, висит. Обезьянка нам будет помогать. Весь данж. Причем даже я вам больше скажу, тут будет не одна обезьянка. Я в Mario Kart DS на Wii U поиграл нормально. Фиксили с кулак. Да, есть там такое дело, то что изображение в DS-играх на Wii выглядит так себе. Ма, это такая в Nintendo планета обезьян. Привет, Блаттер. Такая вот у них, да. А, тут же отзеркалено все. Я забываю, я помню этот уровень, то есть данж, но тут все теперь по-другому немного. Пошел. Ой, вот смотрите, кого я нашел. Уф, свобода. О, боги. Забралась в горшок и застряла. Какой кошмар. Ты мне очень помог, спасибо. И, конечно же, камера выбрала самый неудачный ракурс. Я тут кое-что искал, и еще раз спасибо, что освободил. Ты, видимо, тоже здесь что-то ищешь. Может, составим друг другу компанию, юный путешественник? Я могу даже переместить тебя наружу, если захочешь покинуть это место. Ты сможешь вернуться в ту же самую комнату, когда пожелаешь. Я тебе пригожусь, вот увидишь. Поэтому бери меня к себе в компанию и в путь. Вот, смотрите, смотрите на это существо. Какое оно отвратительное. Я просто вот не знаю, ну зачем было такую... засовывать в игру? Ты встретил Укку. Это милое, милое создание. Выведет тебя наружу и вернет обратно, куда захочешь. Это какая-то крепота, мать ее. Бедные детишки, они же обсерятся, когда это увидят, играя в Зельду. Не, ну реально, так какая-то жесткая жесть просто. Зачем так делать? Нельзя быть такими жестокими. Так, ну и чё, куда? А, паук, паук у нас. У нас паук, по-моему. Да, обезьяна идет сюда, только ключа-то у меня нету. Нужно искать ключ. Вот первая дверь. Без замка. Потом птенцов такой же ее. Фу, фу! Какая гадость.
Здесь, наверное, ключик будет. Скорее всего. Точно. Видите, тут гоблины ходят. Но мост стоит в другом положении. Я пока не могу его повернуть в нужную мне сторону. Поэтому идем назад. Может, у кого-то из дизайнеров бомбануло от женушки. Он решил так ей отомстить. Все может быть. Вообще, японцы, они такие люди. У них много в индустрии работает безбашенных таких художников с богатым внутренним миром. Они крепоту такую со времен NES любят рисовать. Помните боссов Супер Контри последнего, например? Тоже не подарок, хотя, конечно, не так выглядит. Да и много таких примеров было, на самом деле. Вот, обезьянка номер два. Будем ее спасать. Что они делают? Что они делают? Они пытаются оттрахать клетку? Самое проверенное средство — это битье лбом. Столб. Вот и гоблины, пожалуй. Точнее, моблины. Обезьяны мне похлопали. Заодно 10 рублей подогнали. А чё? Десяточка-то очень даже будет в тему. Так, тут что-нибудь есть? Нет, это просто... Это просто стена. Уже у нас две обезьяны. И мне, по-моему, нужно идти назад. Вот откуда я пришел. В главную комнату. И я смогу в другую сторону перепрыгнуть, потому что у меня уже две обезьяны имеются. Опа, чирик-то. Чирик халявный. Если нашел, значит, мое. Так. Теперь нам вот, наверное, надо... Скорее всего... Сюда. Точно. Вообще, Линк спаситель голошопых обезьян, титул достойный настоящего героя. Ну, все начинается с малого, как вот говорят. Вот смотрите, как камеру заколбасило вдруг. А нет, не получается это повторить. Ну и... Ладно. А вон там цветок находится и сундук, между прочим. Который мне понадобится. Так... Значит, ой-ой-ой, смотрите, меня сожрала херня. Значит, мне не сюда. Я же забыл. Так. Вот, одно растение мы уничтожили. Ну что, наелось? Так, одно готово. Тут у нас... тут у нас еще дверь. Бомбой. Сейчас.
Бомбу нужно сюда принести. Мне очень музон нравится в этом уровне. Ну, в этом данже такой интересный очень, по мне. Так, Нет, ждем. Или крогатинка. Так. Не попал. Или попал? Не попал. О! Отлично. Что тут у нас лежит? Еще один апгрейд на жизнь. Пока он мне все равно особо не нужен, но в будущем пригодится. Так, тут у нас ничего нету. Так, а теперь мне нужно вот разбить. Мне нравится музон в дереве дека, и уровень самый интересный, жаль, короткий. Ну, он вступительный, вообще мне, да, тоже нравится очень даже. Так, бомбочку поможно сюда донести. А может, нельзя, я не помню. Таки можно. Только я не помню, куда мне нужно идти точно. Сюда или туда? Сейчас разберемся. По-моему, сюда мне пока рано. Вот это, кстати. Ну, еще одна обезьяна тут находится, которую надо освободить. Еще одна комната. Давайте посмотрим, что тут имеется и что тут можно сделать. О, 5 рублей. Тут, наверное, ключ, скорее всего. Я думаю. А тут чудо-мост. Не помню я, можно сейчас уже обезьяну эту освободить или нет? По-моему, все-таки можно. Сейчас я вам покажу прикол такой. Вот, смотрите. Сейчас. Эти создания, они могут так не кисло приложить, на самом деле. Видите, какая тварь вылазит? Страшно. В конце Линк трансформируется в Донки Конга. Ну, может быть, он же волком уже тут ходил. Может... Трансформироваться. It's on like Donkey Kong. А ну же, кроссовер. Ох, обезьянка. Как довольна-то. Сплясала аж. 10 рублей. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Сваливать. Трожь земли прям. А их еще можно. У меня бумеранга пока нету. Можно их на самом деле убивать, этих тварей. С бумеранга я пока это сделать не могу.
А нам нужно вот в эту дверь. Тут где-то полубосс должен быть. И, возможно, он, кстати, здесь как раз находится. Забыл. Да, точно, вот он. Вот еще одна обезьяна. И ключ лежит. Который схавал растение. Так, ну, тут все просто на самом деле. А, нет, или надо сначала убить его, потом. Что-то я забыл, что тут делать нужно. А, ну вот и все. Почти. Осталось закинуть бомбу. Надо просто было убить сначала. А че обезьяны все жопу мне по них пытаются? Ну так животные, они же любят это дело. Бананами не корми, да, и жопу заникнуть. С товарища. У них это в крови. Такие они, обезьяны. Из лесов Бразилии. Это ж братья наши меньшие. Будем к ним терпимее, толерантней к обезьянам. Опять хлопает. Еще одна. Чего мне хлопаете? Суки. Я на работе вообще иногда наблюдаю, как коровы друг дружки. А, ну... Да, да. Ну, у них это распознавание там какое-то. На обоняние же все построено. Ничего удивительного там нету. Так, а куда же мне теперь идти? Интересный вопрос. Очень интересный. Куда, куда? Сюда, что ли? Да, наверное, сюда. Ну тут даже не в морали дело, это просто. Что это модно. Шутка. Блин, походу не сюда. Или сюда. Что-то я. Что-то я не пойму, куда меня обезьяны зазывают. Здорово, Литл. Да, ремастер, он уже 100 лет назад уже вышел. Ну чё? И куда мне идти, обезьяньи морды? Так, а чё у нас с картой? Сейчас. Так, здесь я был. Не понимаю. Сюда я пришел. Вниз, наверное, спускаться надо, судя по всему. Точно. Так
Так это круто, а то обычные игры для Wii запускаются в native разрешении, если их запустить на Wii. Ну не совсем native, там вообще есть upscale, что для меня, например, очень круто, потому что у меня монитор не может растягивать как надо картинку с Wii обычной. Вот, а там все растягивается до 720 или 1080p. Это очень удобно. Кстати, кубовские игры тоже выглядят круто. Впрочем. На Wii U. Wii U гораздо лучше подходит для куба, для Wii, для... чем Wii обычно. Если есть возможность, лучше на ней, конечно, играть. О, смотрите, что обезьяны удумали. Соорудили мост обезьяний. Еще хлопают. Давайте. Доверимся обезьянам. Несмотря на то, что они пытаются понюхать меня. Так, а сюда мне, там мне не нужно, надеюсь. А это, между прочим, русская версия, которая недавно прям вышла. Антон, как всегда, порадовал. И вот теперь у нас еще один мини-босс. Портировал перевод на Wii U. Вот он, главный обезьян. Смотрите. Опять жопа показал свою. Короче, видите, надо его по жопе бить. Вот так вот. По жопе. А-та-та. Наглой красной жопе. Дразнит еще. Дразнит, гад. Ты мне не балуй. Не балуй, я скажу. Ах ты. Ах ты, тварюга. Так, блин, уже ускакал, а я тут... Балуй! Ну, еще... Сука! Что творит, а? А-та-та! Вот вам Данки Конг. Нам достался бумеранг. Я фея ветров, живущая в этом бумеранге. Ты освободил меня от злых чар, и ко мне вернулись магические силы. Прошу тебя, возьми этот бумеранг. Пусть моя магия поможет тебе во время путешествий, равно как и мое благословение. Сконцентрируй силу в бумеранге, прежде чем его запустить. Это высвободит мощь ветра и поможет тебе самым удивительным образом. Да вот, видите, я получил бумеранг бури. Теперь я им могу пользоваться. Что мне поможет?
Готова поспорить, что теперь обезьяны будут счастливы. Ладно, пора продолжать наши приключения. Мы уже нашли кое-что полезное. Теперь давай поищем места, в которых мы еще не были. Вылетел от блох. А, вот и видите, сразу из этой комнаты мы не можем выйти, пока не используем бумеранг. Сразу нам дается загадка, связанная с ним. Надо несколько раз его кинуть. Так. Механизм-то проржавел. Первый раз не открываешь. Ну вот, а теперь мы можем вот что делать. Мы можем вот эти вот штуки вращать с помощью бумеранга. Ну, вот эту конкретно платформу, по-моему, не нужно. Так, или нужно, что-то я забыл. В любом случае, можно это форсировать. Вот, смотрите. Какая подстава. Что-то тут не так. А, вот так вот нужно. Что, забыл. Вот еще одна обезьяна. И 5 рублей. С маслом для лампы. Нет уж. Какая-то уже по счету пятая обезьяна вроде. Ты куда побежала? Я думаю, осталось еще несколько обезьян, которых нужно освободить. Тебе следует просто спасти всех этих обезьян и узнать, что ты получишь взамен. 5 рублей, да. Теперь я могу проникнуть еще в одну комнату, где стоял мост с гоблинами, и я не мог попасть туда. Так. А, кстати, как же я забыл. Вот мне нужно сходить еще в ту комнату, в которой я был со змеями. Или как их назвать, не знаю. Да спать пойдем. Ну вот я закончу этот данж, недолго осталось, и пойдем спать. Собственно, я так и планировал достримить. Тогда будет конец. Вот, тут можно... Что сделать? Тут можно с помощью бумеранга потушить вот эти факелы. Тогда опустится... Решеткой можно взять сундук. Я только проснулся. Ну шо ж ты, Литл? Ночью ты просыпаешься. Все. Вот, и таким же образом можно их, например... Так, вот. Пять рублей. Ну, короче, вы поняли. Я не буду с ними возиться. Мне это не... Можно их так подтягивать и убивать мечом. 1.27. Ну, у меня, да, тоже. У меня московское время. С режимом? Ну, что ж ты так? Надо в режим ходить. У меня периодически режим тоже сбивается. Люблю я по ночам сидеть, вот. Я просто сова до мозга костей. Обожаю бдеть ночью. Хлебом не корми.
дай посидеть всю ночь, залипать над чем-нибудь. Но работа мне это не позволяет делать, и я или не высыпаюсь, или начинаю соблюдать режим. Так, тут тоже сундук, который можно... Я нашел компас, который мне не особо нужен, в принципе, но пусть будет. Пусть будет. Так. Куда же теперь мне идти? Надо вспоминать. Где эта комната у нас? Могу вспомнить. А, она вот здесь. Да, все понятно, куда идти нужно. Идти действительно нужно в эту сторону. Тут еще есть всякие мелкие сундучки, но я их не буду сейчас доставать, потому что это надо вспоминать, чтобы не тратить время на всякую ерунду. Потому что в них лежат просто вот эти рупии, они не представляют никакой ценности. У вас тоже сейчас ночь. Да. Самое что ни на есть. Так, это дверь. Вроде бы. Да, точно. У нас еще, кстати, на карте, которую вы не видите, вот она у меня на планшете высвечивается, показывается, что у нас еще три обезьяны. Три обезьяны заточенные. Вот их надо освободить. Осталось недолго. Обезьяна и намекает на самом деле, что надо бежать дальше. Теперь я с помощью бумеранга могу развернуть этот мост, как мне нужно. Что очень даже удобно. Так, и мне нужно... Так, сначала на мосту, на самом опять развернуть, проверить обе комнаты. Должны быть обезьяны. Обезьян же много не бывает. Это всем известно. Так, а тут у нас, видите, пауки. Убиваем пауков. Получаем благодарность. Ха, нормально. И сразу в цветок я попал. Хорошо как-то получилось. Товарищи. Кушай, кушай, цветочек. Эх, завтра на работу, стрим аж 4 дня смогу смотреть. Я работаю ночами. Днем успеваю 5-6 часов подремать. Блин, я всегда хотел работать ночами. Ну, на какой-нибудь такой непыльной работе. Чтобы вот, например, да, стрим посмотреть. Или что-нибудь поделать. Ночью спокойно, тихо, никто не верещит. Давит на психику. Короче, мне дико нравится. Так, сюда что ли? Нет, не сюда. Так. Ага. Вот сюда. Вот такие они, цветки. Пыльная. Не очень, ну. Тогда это, конечно, не очень приятно. Что делать? Работа есть работа. Я не могу сказать, что я своей работой тоже особо доволен.
Она хотя бы у меня есть. Вообще, лучше всего работать поедателем пиццы. Тебе приносят пиццы и платят деньги за то, что ты дегустируешь, поедаешь. Это лучшая работа на свете. Я так считаю. Так, а где же ключ? Я думал, тут ключ дадут еще. Какой-нибудь. Походу, нет. Ключ не дадут. Видимо, в другой комнате будет ключ. Дармоедом лучше всего работать. Ну, базару ноль. Я сторож на молочной товарной ферме, плюс погонщик коров. А я чищу аквариумы. О, видите, сколько обезьян уже я освободил. Мне кажется, чтобы исследование храма было наиболее полным, нам понадобится помощь всех обезьян. Что ж, давай вручать остальных. Поедателем пиццы и смотрителем стримов. Смотри, ну да. Это работа мечты. Как один мой друг говорил, я бы хотел, чтобы у меня был ящик плана и жить в Макдональдсе. Тоже довольно веселое высказывание. Так. Так. Так, а тут у нас паучки, которых можно даже собрать. Чем крут бумеранг, он может нескольких врагов сразу отоваривать. Очень полезно. Каждое утро иду в душ, отдраиваюсь, благо на работе это есть. Интернета на работе нету, скукота по ночам, только 3S держит в тонусе. Не, ну, вообще... Если есть портативка, то это уже круто. Блин, это ж неплохо очень. Поиграть можно. Более на 3DS можно и в 3DS игры играть. В DS есть во что погонять. Там куча... Особенно на DS куча всякой... всячины прикольной. Да, это Димон. Димон с нами. Так, а что там такое? Какой-то... Нет, там ничего нет. Так, 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 так. А тут интересная такая вещь. Далеко не сразу можно допереть, что надо вот что сделать. Вот видите, бомба, да? Надо ее зафиксировать и направить цветок. Вот смотри, что получается. Берем бомбу, цветок ее несет. Блин, нет, нет, нет. Получилось не то, что я хотел. Так, ее, видимо, нельзя направить, ее надо брать в руки, я забыл. Ну ладно. Я что-то думал, что... Так тоже сойдет. Нет, этот друг так выговаривал давным-давно, что он хотел, чтобы у него ящик плана и жить в Макдональдсе. Сразу не отходя от кассы, поедать Биг Маги всякие. Кстати, я недавно как раз в Макдональдсе был. Ничего, в принципе, они еще нормально готовят. Есть можно. Что-то мне прям приспичило вот недавно. Биг Мак сожрать.
бумеранг, да ништяковый вообще. Вот тут надо бомбочку доставить туда. И это не так просто сделать. Надо разбить вот эту штуку. Тебя выплюнула бомба. Нет, бомба вкусная. Бумеранг, мобилки бумеранг умеет отжимать такой. Еще бы. Вот кинул, причем чуваков сразу нескольких на улице пометил, и тебе в карман. Чух-чух. Мобилки набились. С красными поросячьими глазками придать бигмаки. Там сейчас столько всякой всячины в этих Макдональдсах, но я классический беру. Бигмак Филео Фиш мне нравится. Бутерброд с рыбой. Потому что там еще каких только бургеров нету. Мне еще кажется, что на самом деле не все они хорошие. То есть они иногда могут рекламировать намного более худший товар, типа как будто он лучше. Как это они сделали с бутербродом с рыбой. Теперь говорят, теперь бутерброд с рыбой, с нашей отечественной рыбой. А по факту качество стало хуже. Потому что рыба стала хуже. Вот как-то так. Так, стоп, а что-то я не понял. Обезьяну освободил, вроде. Теперь мне осталось последнее. Освободить, возвращаться назад не надо. Тут совсем закончено. Ну, Happy Meal я не пробовал, но подозреваю, что там тоже запихивают что-то более экономное. Тоже ни разу не ел этой еды. Донецкий друг часто тащил сюда, туда. Больше домашнее, ну... Иногда просто хочется что-нибудь такое вот съесть, бывает. Я туда часто не хожу, да и не походишь все-таки. Получается дороговато. А так вот иногда хочется съесть какой-нибудь гамбургер, бывает. Биг Мак. Что я и делаю. Вообще я лично люблю шаурму. Хорошую. Хорошая шаурма хороша. Так, по-моему, одна обезьяна осталась. На Ролтон. Ну вот Ролтон я есть бы не стал. Я вообще лапшу не очень люблю, если честно. Так, последняя обезьяна осталась, и мы освобождаем обезьяну, еще идем за ключом для босса. Босс Кий нам нужен. Почти пройден данж уже. Скоро будет боссец. Может быть, заканчивается. Я, кстати, с этими разговорами хотел пожрать, если честно. Обезьяну бы жареную съел. Была бы у меня такая возможность. Тролл там с мазик. Я помню, мы когда-то делали такую тему. Тролл там туда майонеза и шпротов. Все это размешиваешь и ешь. Непередаваемое ощущение. А вот опять, кстати, змеи. Так, а куда мне? И что ли? Пойму. Вот хитрая тварь, а? Смотрите. Ее надо миранга выменить, иначе. Пойдешь.
Мой друг работает технологом на дошираке, говорит, ничего страшного нам нет. Не, ну так-то это простая еда, чё, тесто там, там особо просто ничего, наверное, и не положишь. Так кажется. Хотя все эти добавки, я думаю, что они не особо полезные. Там приправы эти, еще что-то. Что туда кладут. Масло, уж масло я даже не представляю, какое туда кладут. Страшно представить. Вот еще одна загадочка. Нужно бумерангом активировать обе вот эти вот. Оба этих устройства. И мы освободили последнюю обезьяну. Ты что творишь-то? Смотрите, вот гад, а? Укусил за голову. У меня голова одна, и мне она нужна. Ни стыда, ни совести у растений. Добавки сказал, что увлекаться не стоит. Вот. Вот тут и оно. Так. Нужно вернуться назад теперь, взять ключ. Можно. Можно идти к боссу. Почти на финишной прямой. Вот ключ, он находится тут рядом. По незнанию можно тут долго ломать голову. Вот смотрите, такая буква Z — это порядок активации вот этих штук бумерангом. Так, так. Зорро тут был. Знак Зорро. Ну, сама лапша, понятное дело. Что туда добавишь-то? Тесто. Кстати, мне когда-то лапша это даже доставляла жареная. То есть я брал ее, поджаривал, приправу клал. Давным-давно, когда эти виды лапши появились, по-моему, доширак еще тогда и не было. Для желудка это не очень полезно, вот эти приправы и маслица. А уж если гастрит, это точно жрать не стоит. Маслица пальмовая, ох, вкусная. Сейчас в магазинах, кстати, масло очень плохое стало. Травят нам нас, чем хотят. Очень это печально. В советские времена такого не было. Потому что технологий таких не было. Разработки всякого дерьма. Маслица, походу, автомобильная. Я в детстве пытался пожарить эту вермишель, она так вспыхнула, что аж до потолка достала. Ну что же ты, Литл? Как же ты умудрился так поджарить? Маслица, что ли, ливанул под сковородку? О, смотрите, все, обезьяны все спасены. И теперь они... Теперь они сделали мостик такой, качельку.
Вот. Впереди босс. В самое сердце проникли дерево этого. Буль-буль. Сумеречный паразит Диабаба. Интересное название, конечно. Так, вам надо ждать, пока эта клешня хотя бы одна. Кусит. Ждем вторую. Давай. Капком не боится экспериментировать. Да, они такое сейчас выпускают. На самом деле, Nintendo сейчас тоже сдает позиции. Ну, посмотрим, что у них там с Твичом будет. Смотрите, какой красавец вылез. А, я забыл, тут это не прокатит. Тут... Смотрите, обезьян появился. Тот самый, который жопу нам показывал. Короче, обезьян несет бомбу, нам надо ее зафиксировать. Блять. Взять у него и... доставить ее этому чуваку. Обезьян нам решил немножечко. А ты Вот варюга. Ты что творишь? Обезьян, на тебя вся надежда. Где ты там? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мне нужно жить. Ждем. Они еще атакуют не вовремя. Варюки эти. Ну вот и все. В общем-то, это босс простой, на самом деле. Ну, как и вообще боссы, в принципе, в Зельдах. Во рту глаз или одно из двух. А в Hero режиме нельзя сердце выбивать ниоткуда. Не падают они. Надо было мне в нем играть. Там игра еще отзеркалена. Я привык играть как там. То есть там меняется полностью. То есть то, что было справа, становится слева в этом режиме. И вот, смотрите, я получил какой-то загадочный темный предмет. Вот это как раз какой-то магический артефакт, который был тут запечатан. Хи-хи, очень хорошо. Этот предмет я и искала. Это осколок сумеречной короны. И этого...
Это его дух света называл темной силой. Помнишь, что говорил дух? О том, что твоя сила и сила владыки теней должны быть равными. Не все так просто, как кажется. Этого осколка недостаточно. Всего существует 3 осколка сумеречной короны. Они должны быть у остальных духов света. Тебе, вероятно, интересно, что это за корона. Что ж, возможно, я скажу тебе, но сначала разыщи мне остальные 2 осколка. Я верю в тебя, мой мальчик. Ишь, какие уже обращения, мой мальчик. Давай не будем тратить наше время и отправимся на поиски остальных 2 частей короны. Как скажешь, дорогуша. Я выведу тебя, подбери выпавшее из этой твари целое сердце и будем убираться отсюда. Ну да, качество действительно хорошее, и они свои игры тестируют очень хорошо вообще. Такое количество багов, как в современных играх, даже сейчас там не встретишь. Ты готов убраться отсюда? Готов. Хотите? Да, хотим сохранить. Ну вот, сейчас посмотрим заставку и на этом закончим. Отважный Линк. Хирул еще не освобожден от накрывшего его сумрака. Покинь этот лес и иди на восток. Земли, охраняемые духом по имени Элдин. Там ты найдешь тех, кого ищешь. Узнай, в землях Элдина господствует сумрак. Тебе это темное царство. Теперь это темное царство вечного заката. Будь готов к тому, что, переступив через сумеречную завесу, ты снова обретешь облик зверя. Избранные богами герои, покинь этот лес и иди на восток, в земли Элдина. Это уже интереснее. Теперь наши поиски значительно упростятся. Тебя переполняет желание ринуться на помощь остальным духам света? Ничего не бойся, когда ты снова станешь зверем, я о тебе позабочусь. Для начала отправляйся в земли, покрытые сумраком. Как только ты их найдешь, я к твоим услугам. До встречи. Ну что? Сохраняемся. Музон, да, очень мне нравится. Очень приятный тут. Вот, и на этом на сегодня все. Возможно, я буду опять же стримить эту игру в следующую субботу. Буду потихоньку ее постримывать. Может быть, не каждую субботу. Посмотрим. Вот будут такие вечерние, ночные посиделки. Естественно, на неделе я этого делать не буду, чтобы не утомлять такими играми вас. Всем спасибо, всем пока. Увидимся.